Всех приветствую, дорогие друзья, дорогие рыбаки. Сегодня мы с вами сплетем муху, будет называться лимон. Муха-лимон. Такая незамысловатая, пушистая муха будет. Вполне рабочая, даже летом. И достаточно простая в изготовлении. Надо наматывать не прям уж там в натяжку, потому что все будет это пушиться. Муха будет достаточно такая тоже увесистая. Но обо всем по порядку. Сначала наматываем. Все, намотали. Делаем узел. Так, тут можно, в принципе, потихонечку так обрезать. Далее берется красная нить. Попутно закрепляет нить, которую мы намотали. Вот она должна прямо вот так вот и на мухе ходить ходуном, потому что сейчас она будет нас приобретать свою форму. Сейчас мы закрепим перышко. Ага, не закрепилось. Ну ладно, сейчас немножко назад. Так.
Данная муха является универсальной. Здесь можете также пройтись каким-нибудь даббингом, либо также сегментированно ее обмотать чем-нибудь, какой-нибудь нитью, в зависимости от того, на какие любит вас ловить Сахариус. Ну, они не только Хариус. Так, еще на разочек пройдемся. Его. А теперь самое главное. Все, муха готова.